Поселок Поваровка, Калининградской области, Зеленоградского района. Доехать можно через море и Приморск по трассе 27А и через Холмогоровку и Переславская по трассе А-192. Поваровки – это дикий отдых и приезжают большими компаниями. Можно приехать с семьей, но вы должны быть готовы к тому, что ночью вам могут не давать спать из-за громкой музыки. Еще один минус Поваровки, что много машин, и они гоняют по песчаному пляжу, где много детей. А так все отлично, море, песок, белоснежные дюны, где можно наедине с родными уединиться. Еще хотелось бы рассказать о стоянке машин наверху. Если у вас автомобиль не приспособлен для езды по песку, то вы можете его оставить наверху. Если да, то вы приспускаете колеса и в путь.